Приветище! Это Тора Сурвайвал, и мы продолжаем строить свое поселение здесь и выживать. Вот мой братишка, ленивый олень, который нифига не делает. Я прошу его рубить деревья, но, как ты видишь, он тут просто тусит и ничего не делает. На чили, на расслабоне он тут, короче, отдыхает. Я думаю съездить в деревню, оттуда, откуда я забрал этого чувака, и притащить еще парочку поселенцев. Здорово, чувачки! О! А ты кто? Ты что, новенький, что ли? Поговорить, предложить присоединиться. Значит, он шахтер, охотник. Ты же, по-моему, был, да? Да, блондинчик, златовласочка, ты был. Вас что, местами поменяли? Бородач же тут раньше стоял. Нет, бородач вот здесь стоял. Значит, ты новый тип. Запутался, мальца. Чего у тебя есть? Шахтер, охотник, любитель поесть и выпить. И Джонни тоже шахтер, охотник, любитель поесть и выпить. Ну ладно, давай, Джонни, ты идешь со мной. И златовласку тогда. А, нет места в лагере? Ну, извини, златовласка, в другой раз тебе не повезло. Хочу еще купить, короче, прицел для своей снайперской винтовки. Вот это вот покупаем. Также покупаю топор, чтоб мне самому не делать. И, пожалуй, все, на этом валим домой. В принципе, по пути можно рубить деревья, я же купил топор. Так что почему бы и нет? Для постройки фермы мне нужно 30 досок. Учитывая, сколько здесь деревьев, это не составит для меня труда. Здорово, пацанчики! Кстати, я своего могу сбить. Не, скорее всего, меня на тачке забьет, чем я его. Ну чё, Джонни, ты тут обживаешься? Уже кроватку мнёшь, да? Своими ножками, кроссовками. Значит, Джонни, я передаю лук. Хотя, не знаю, нет, пока не буду передавать. Я хочу его в охотники заделать и посмотреть, получится ли или нет. Это, в принципе, его любимое занятие, так что... Ты охотник. А Гонзалеза мы сделаем, значит, поваром. Он же у нас шеф-повар. Ну вот, пойдем посмотрим, они что-нибудь начали делать или... Они ничего не делают, они просто ходят и балду пинают. Ладно, Джонни, давай я тебе хотя бы лук для приличия дам. Вот тебе лук. Мы его даже тебе снарядим. Вот теперь ты хотя бы на охотника похож. А я отправляюсь крафтить 30 досок. Готово. Наконец-то у нас будет ферма. Увеличивает площади фермерских угодий и плюс 5 запаса еды. О, даже заборчик есть, чтобы олени к нам не забрались и не сожрали то, что мы тут посадили. Шикарно. И семена дали. Читош, пойдем попробуем засадить. У нас тут даже есть суп. Как-то на ферме у нас супы есть. Подождите, тут же вроде как грядки здесь. Здесь овощи должны собирать, а не супы. Может, я что-то не понимаю. Вот, у меня есть кукуруза. Я ее посадил, еще и однушечку прописал. И сюда тоже посадим. А, это он не однушечку прописывает, это он, короче, так садит, семена бросает. Да ты боксерский фермер, елки. Забавно это, конечно, выглядит, анимация огонь. Я посадил тут приличное количество семян, и они закончились. Кукуруза уже выросла на 25%, как она махонько-то тут поспевает у нас. Теперь мне нужно построить место для отдыха. Не достает всего 10 досок. Кстати, по-моему, у меня их как раз 10-то и будет. Во! Еще одну на прозапас. Место отдыха будет у нас вот здесь. Плюс 10 к морали в течение дня. Вообще неплохо. Диванчик поставил и какой-то вшивый зонтик от солнышка. Даже плазмы нет. Вот дела. А я тут сам-то отдыхать могу? Даже на диванчик не присесть. О, туалет! Туалеты есть. В ведро будем испаржняться. Постройте генераторную. Нужны платы, железяки и аккумуляторы. Сейчас я посмотрю, что у меня в инвентаре там есть. В инвентаре у меня, кстати, есть плата одна. Есть железо. А аккумуляторы у меня в тачке были. Я их закидывал туда. Ну-ка, сейчас поглядим. О! Все собрано. Так, где у нас будет генератор? Вон там. Производство энергии. Офигенно! Вот теперь у меня есть генератор, который будет освещать все ночью. А до этого, чем мы освещали, фиг его поймешь. Привет, выжившие. Благодарим за игру и надеемся, что вам было весело. В смысле, это все? Я, короче, прошел пролог. Это была бетка небольшая. Основная игра выйдет чуть позже. И даже как-то... Ну, слава богу, хотя бы дали все равно поиграть в этом открытом мире. Потому что тут есть еще что поделать, и мы этим сейчас займемся. Ну, во-первых, отдай мне лук, ты все равно им не пользуешься.
Ух ты, смотри, у него военные штаны крутые, которые по 200 баксов стоят. Но я бы у него куртку на самом-то деле забрал, потому что она подходит мне по цвету штанов. Свою рубашку я отдаю ему, а его одеваю. Во, полный комплект, да, теперь со штанами хоть сочетается. Возвращаясь к изготовлению биты, в прошлой серии я ее хотел сделать, вот, теперь она у меня будет. Кстати, смотри, обычная бита 50 урона, бита с гвоздями тоже 50 урона. Косяк. Помимо этого я хочу сделать трубчатую бомбу. Для нее нужен металлолом. Эх, чуть-чуть не хватило. Придется сгонять за металлоломчиком. Я еще хотел вот сюда забежать. Тут можно что-то построить. Нам это не дали сделать. Оружейная. Улучшенная оружейная мастерская. То есть здесь мы можем, например, повесить прицел на мою снайперскую винтовку. Что ж, поехали тогда за металлоломом, за деревом. Работа еще есть. Только нужно понять, куда поедем. Давай-ка сгоняем в порт. Вот сюда. А вот и порт виднеется. И там даже, похоже, свет горит. Но надо же. Что-то мелькает. А нет, не горит. А здесь есть кто? О, зомбари. Ты что, в бикини загорала, что ли, девочка? Ладно, давай выходим, врубаем фонарик. Фонарик, конечно, отстойный. Так, патроны, пустая стеклянная бутылка, мусорка. В мусорке вполне может быть металлолом. Надо хорошенечко... О, есть. Все обшариваем. Пойдем внутрь ангара, посмотрим, что тут есть. А, собственно, не шиша. Тогда выходим. Опа, опа, двое! Двое на меня нападают! На тебе! Нифига себе, вот это подстава. Вот это да. Надо будет сейчас бинтиками подлечиться. Нашел патроны, по-моему, 9 миллиметров. Отлично. Можно пестик зарядить. А бинтами перевязываемся. Употребить. Что-то мало как-то меня отхилило. О, вот это другое дело. Берем, значит, пестик, перезаряжаемся. И стреляем в бошки. Исключительно в бошки. Так, тут никого нету. В ящике... Ух ты, яростная CMG. Автомат нашел. А на него патроны какие? Непонятно какие. Вместо лука поставлю. Модули для апгрейда есть. 3 штуки. Ну, патронов у меня нету, 0 показывает. Ладно, значит, с пестиком похожу. Нормальненько так забежал сюда. Поехали теперь по соседству, прокатимся. Там прям он здоровенный ангар стоит. И подъемный кран. КамАЗ! Но он не на ходу, точно. Трубы как у ТЭЦ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, другой возьми. Пистолет. Фух. У него была железная трубка. Круто. Эй-эй-эй-эй. У него рюкзак и деньги. Not bad. Мусорка. Мое любимое место прямо. Но там не оказалось металла. Короче, такой большой ангар... А здесь нифига нет. Зато у меня одно очко таланта есть. Вкачиваю в интеллект. И прибыль от продажи плюс 20%. Вот это что? Шанс бесплатно изготовить вещь. Вот это классная штука. В следующий раз прокачаю ее обязательно. В трубы, скорее всего, не залезть. Они какие-то маленькие. Еще к тому же. Смотри-ка, тут можно вот так вот забраться. Тут, походу, тайничок. Допрыгну туда. Опа. Я нашел велосипедный шлем. Хо-хо, у меня теперь есть каска. Здорово. Хорошая вылазка, я тебе хочу сказать. А, погоди, я даже до порта еще не доехал. Мы где-то посередине остановились. Тогда ясно. А я думал, вон погрузчик стоит. Тут ангары. Куча контейнеров. Это и есть порт, но нифига. Порт вон туда нам ехать надо. Бензин у меня заканчивается, но была еще одна канистра в багажнике, так что ничего страшного. Опа-опа, а что тут написано? Судный день уже здесь. Ну и пофиг. Мы уже в нем живем. Пойдем заскочим сюда, посмотрим, может, что. Дельное есть. Пестик достаем. Ух ты, ух ты. Ну тут пусто. Подняться выше можно. Полки тоже пустые. Короче, это офисное какое-то помещение.
Я уверен, что мы тут тоже что-нибудь интересное найдем. Типа каски или, может быть, оружие какое-нибудь. В этом здании ничего толком не нашел, хотя можно подняться как-то и на крышу. А, вот как на крышу подняться. Окей. Давай тогда тут все зачистим. Поднимаемся наверх. Надо быть осторожнее. Нифига себе. Эпичный CMG нашел. Еще круче, чем у меня есть. Наносит 25 урона, а это 22. Тогда меняем. Спасибо. Что-то еще вот тут можно. Винтовка пустоши 70. У меня такая же. Ну, заберу. Продать можно будет. Выше не подняться. Переходим сюда. Качели. Блин, прикольно на самом деле вот изучать такие заброшенки. Никогда не знаешь, что ты тут найдешь. Своего рода это типа как киндер-сюрприз. Пойду к трактору схожу. Мало ли, тут еще и автобус есть. Не, трактор убит. С ним ничего не сделать. В автобус можно... О, автобус зомби-апокалипсиса. Ты посмотри, какой он крутой. Вот это да. Но в нем нифига нету. Кто-нибудь что-нибудь бы оставил бы хотя бы мне тут. Эх. Ладно, едем дальше в порт. Или не едем. Я спать хочу. У меня есть возможность скрафтить себе постельку? Есть. Ну тогда крафтим ее. И, наверное, я вот здесь вот посплю. Прямо на первом этаже. Нет, лучше на второй подняться. А лучше вообще на крышу, конечно же. Так безопаснее. Давай-ка я вот здесь вот попробую кроватику расстелить. Может, меня никто не тронет. Разместить. Места маловато. Тогда вот здесь давай. В уголку. Во, все, спим. Отлично, я поспал, но теперь я хочу жрать. Что у меня там по жрачке-то есть? 3 часа дня, неплохо. Я везде все успеваю. Посмотрим карту, где я нахожусь. Ага, порт вот сюда. Тут, короче, дорога к порту перегорождена была. Но мы все это дело объедем. И приедем туда, куда нам нужно. А это кто? Это кабан, что ли? В натуре кабан. Ну ладно, трогать я его не буду. Пускай живет. А вот и порт. Ух, и здоровенный он. И тут кругом кишмя кишат зомбари. Он оттуда идет, здесь идет. Мистер полицай, извините. Посбиваем чуть-чуть. Ну и прочность тачки, кстати, портится, когда я сбиваю их. Стой, я хотел просто посмотреть. Фух. Откуда она вылезла? Вообще из кустов не видно даже было. Так, я что думаю? Надо вот здесь вот оставить лут ненужный, потому что места в сумке маловато. Вот так-то. Все. Теперь налегке можно идти. Блин, ну зомбари реально просто вот по горам они там лазят. Можно там пройти. Давай-ка я... Нет, вот тут вот давай пройдем. Тачка пускай там стоит. Патронов у меня всего 15. Ёлки-палки. Сейчас все ко мне побегут. Вот этот что-то не пробивается. Блин, я почти все патроны потратил. Ну нафиг. Оп, еще один. Че, со всеми разобрался? Стрелы подъехали. Походу надо будет за луком сейчас вернуться. Поскольку с патронами беда. Лук нам тут пригодится. Да, да тут прям нормаленько. Яхт-клуб даже какой-то. А, нет, за луком не пойду, у меня патрики нашлись. Это здорово. Ну что, давай заглянем внутрь. В надежде на то, что тут что-нибудь есть ценное. Банку с кофе нашел. И конфетка. Кухня это здорово, но тут нема. Ни черта нет. Не подкреплюсь. А хотелось. Странно, куда эта лестница вела, если сверху даже дырки нет? Привет, ребзики. Скучали по мне, да? К вам же никто сюда не заходит. Это одни одинешеньки. Военный. Так, я же хотел тачку проверить. Что тут у нее? Нифига в ней нет. И она, кстати, почти... Она на ходу. В общем, что я хотел сказать? Щиток. В щитке гаечный ключ. Вот это нормальная лодка. Я бы ее к себе домой спер.
Давай воспользуемся этой тачкой и проедем туда дальше. А то чё мы все на своих двух? Да двух. Так. Есть трамплинчик с подъемом наверх. Дядь, подвинься. Ух, елки, как быстро потемнело-то. Хочу, короче, в эти ангары заехать. Давай сейчас свет врубим. Надо только это все объехать. И тут должен быть где-то... Вот. Наверх, наверх не заеду. А жаль. Очень жаль. Там кто-то сзади бежит. Ух ты, елки, 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 елки. Блин. Где пестик? Не то оружие взял. Ты откуда, девочка? Со школы, что ли, сбежала? Черт подери! Тут лесенки нет, чтобы забраться. Кто-то бежит? Кто-то бежит на меня. Короче, лесенки нет и в лодку не забраться. О, тачка, смотри какая. Надеюсь, она заведется. Хипстеры нападают. А-а-а! Сколько вас тут? Бомба не помешала бы. Да, я ее уже крафтить могу. Давай две штуки. Так, бомбочки есть. Сейчас будем тестировать. О, зомбарь бежит. На тебе. Что-то как-то далековато я кинул, да? Очень далеко. Вниз вот сюда кидай. Оу! Нормас подрывается. Но правда, вот я сразу две бомбочки и потратил. Давай еще одну сделаем. Будем использовать ее на случай важных переговоров. Ну что, тачка, ты... Она на колесах! Вот это да. Новая тачка. Не зря сюда заехал. Кстати, заметь, что у фургона, помимо огромного багажника, еще и 70 литров бак. Это прям... На этом фургоне далеко можно уехать, короче. Так что мы его забираем и сваливаем отсюда. Жалко, что я тут ничего не нашел. Либо я тут плохо искал, или еще что. Я надеялся на какие-нибудь типичные шмотки. Значит, перекидываем вещи с нашей тачки сюда. Блин, а нет. Оказывается, в этом фургоне места столько же, сколько и в лиховухе. А чё так не круто-то? Ну да, столько же ячеек. Ну, в любом случае, поскольку в этой тачке почти 4 литра бенза уже меньше осталось, надо шмот перекинуть и ехать на том, что заправлено. Прощай, мой черный Мерин, ты служил мне долго и верно. А я теперь уезжаю на этой тачке. Давай карту еще посмотрим перед отъездом. В принципе, на пути у нас ничего больше нет, так что прямиком на базу едем. Опа, на заправка. А там и город здоровенный. Ну-ка, пойдем. Достаю свою штурмовую винтовочку, потому что тут бугаи здоровые ходят. А, может быть, ему гранату кинуть? Ладно, сейчас он ко мне подбежит. Как бы в нем так... Граната, ловите! Мимо! Вот это я лоханулся. Важный переговор, не удались. Блин, ко мне два бугая бегут. Один в столб просто врезался. И все. А этот в камень врезался. Ага! Какие вы глупые. Все, он взорвался. На тебе 70. Это тоже взорвался. Лутаем. Открываем. Что там у нас? Каска какая крутая. Камуфляжный шлем. Они смогут увидеть вас, даже если на вас будет камуфляж. Понятно. Но это, видимо, про зомби речь идет. Это я забираю. Пойдем со следующего бугая посмотрим, что мы можем вытащить. У него патрики просто. Блин, я думал, на заправке хотя бы галлон бензина найду. Но что-то как-то, походу, нет. Халява не удалась по бензику. Тут вот есть еще один бугай. Я даже не знаю... О, тачка, смотри, вон там стоит. Это что за место вообще? А, ну да, вот я в город, получается, пришел, действительно. Ладно, давай этого бугая шлепнем. Бугай! Эй! Готов. Блин, перезарядка. Что ты там нам принес? Еще один шлем. Черный шлем обеспечивает защиту против зомби. Забираем. Короче, я предлагаю сюда вернуться, но чуть позже. О! Сигнальный дым? А где-то не мой ли дом? Это, по-моему, в моей стороне. Мне надо срочно домой.
Срочно, 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 срочно едем домой. А, нифига, это не дома, это контейнер упал. А кто его сбросил? Лут. Слушай, это на Fortnite похоже и на PUBG какой-то. Ёлки-палки! Это что, труба? Ничего себе, вот это я... Вот это нормальный лут! Тут и самолет, оказывается, летает, или как? Как это вышло? Кто это скинул вообще? Ничего себе. Забираем, короче, все и едем домой. Ребята, вы не представляете, что я сейчас нашел. Кстати, контейнер, вон он, прям напротив дома моего. Фургон сейчас завезем вот сюда, посмотрим. Армор. Могу его броней бить. Вау, 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 вау. За 500 баксов, так почему бы и нет? Давай, покупаем. Цвет, конечно же, черный. Нет, лучше давай красный. Суспенсион, что это у нас такое? А, это подвеска. Ну давай тогда роуд подвеска или оффроуд подвеску мне нужно. Для оффроуда. Колеса. Оффроудные колеса, их побольше прям вот так вот сделан. И подвеску надо тоже поднять, там можно было. Вот, а, она уже поднята. И что у нас еще осталось? Диски. Диски, какие диски, диски, диски. Вот такие диски. Еее! Ну все, у меня теперь тачка выживальщика. Ёлки-палки. Пацаны, зацените мою новую тачку. Юху! Можно теперь с крыши отстреливаться. Да меня вроде как не должны так зомбари достать. Так, ладно, давай посмотрим, что у меня там по ресурсам. Все ли я достал? А, доски, точно. Забираем бревна и металлолом. Винтовка громобой. 220 урона, офигеть. Сюда ее. Дробовик. Поскольку у меня от 7G нет патронов, давай дробовик сюда. От дробовика патроны точно есть. Трубку давай мы поставим вместо биты. Хотя труба тоже 50 урона, как бита наносит. Ну-ка, вот она моя труба мощная. А винтовка? Покажи нам винтовку. Ух ты, у нее даже барабан есть. Ты посмотри на этот барабан золотой, в котором патроны хранятся. Крутяк. Так, значит, для апгрейда оружия нам надо 10 досок. Что там у нас? Вот это что? Железная пластина. Понятно. Нафиг я это сделал? Давай-ка я уберу. Дробаш достанем и перезарядим его. Вот. И убираем. Давай, убирай дробаш. Убери дробаш. Не убирается. Так, значит, металлические пластины. Как нам их сделать? А, ну слушай, если это металлическая пластина, нам нужен горн, наверное. Вот она, железная пластина. Но для ее изготовления нужны железные слитки. Че, пойдем сейчас руду добывать тогда? На складе жопа полнейшая. Нужно бы сделать ящички. Значит, вот сундук, хранилище с 20 ячейками. Нужен металлолом. У меня металлолом целых 36 штук. И теперь нужно понять, куда поставить... Так, бревна. Опаньки! Все-таки бревна-то приносят. Бревна приносят эти мои подопечные, а я-то их... А покушать? Покушать кто-нибудь что-нибудь готовит? Нет, шеф-повар, видимо, ничего не готовит. Старина, я хочу пожать тебе руку, ты большой молодчина. Два сундука скрафтили. Знать бы еще, куда бы их положить, эти сундуки. Ну, давай, наверное, вот здесь вот. Блин, капец, они здоровые. Ладно. Тогда с другой стороны. Вот тут вот вроде место позволяет. И второй. Скидываем сюда все наше барахло. И отправляемся спать. Потому что очень хочется. Берем кирку. Нифига себе, кирка 50 урона наносит. А покруче, чем топорик. И пошли копать железную руду. Если честно, она похожа на медь, да? Или просто она кровью облита. Одно из двух. Железная руда, пожалуйста. Ого! А эта штука все не угомонится с контейнером. Блин, я совсем забыл про свою кукурузу, ребята. О, какие стебли. Ну вот, и жрачка подоспела. Че в инвентаре? А вот и мясо, собственно, да?
которое наш охотник добыл. Оно здесь, значит, хранится. Давай-ка я возьму рыбный бул и сожру его. Употребить. А теперь бежим переплавлять руду. Ну что, печка, давай. Мне нужно... Сколько там слитков надо для... 2 слитка, значит, мне нужно 20-ку. Максимум это сколько? 22. Да, все, переплавляй. И теперь 10 железных листов. Все! Наконец-то! Я построил эту оружейную мастерскую. Есть! Теперь посмотрим, что я тут скрафтить могу. Лук на 30 дамага. Арбалеты, нифига себе, дробовики. Пожалуйста, крафти себе, что хочешь. Винтовки, штурмовая винтовка. А РПГ есть? РПГ. Охотничье ружье. Порох, патроны любые тебе, пожалуйста. Крафти как хочешь. Интересно, а где вот эти компоненты находить? Можно как-то старые пушки разбирать? Есть у меня что-нибудь такое? Стол для разборки старых пушек. О, здесь я могу шить себе одежду. Вот это круто. Можно себе кроссовочки здесь шить? Не, кроссовки нет. А жалко. Давай-ка, короче, это. Модуль, прицел вот этот. Вот винтовка без прицела. Вот винтовка с прицелом. Наделось все, да? Но мечусь я все равно не через прицел. Увеличивать никак не получается. Это как-то странно. Поехали, съездим в тот город. Посмотрим, есть ли там что-нибудь интересное, спрятанное для меня. А вот и я. Ребятки, я вернулся. Здравствуйте. Давай-ка мы вот этих вот подстрелим. Вонючек. Готовы. А ты что хотела? Ай-ай-ай, перезарядка. Спортсменка какая-то подбежала ко мне тут. Что у тебя там есть? Ух ты, штаны военные. О, увеличенный магазин. Короче, так, увеличенный магазин, куда я могу пришпандорить? Никуда. Только если в тот СМГ, у которого было несколько слотов. О, еще один бугай. Посмотрим, что он скажет против моей винтовочки. С одного выстрела его вынес. Вот это у меня винтовка, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нате с дробахана. Не, ну дробах вообще какой-то ни о чемный. Если в других зомби-играх это мощное оружие, то здесь это как-то типа фигня какая-то. Пестик даже лучше, чем этот дробахан. Нате. Просто в голову метишь и все. Твою налево, чего у вас так много выбежал-то? Ах ты, тварина, она кислотой стреляет. Она меня облила, засранка. О, еще нашел один прицел снайперский. Давай-ка мы тогда прицел поменяем. Этот снимем, а вот этот наденем. Может, с ним будет норм? Где моя винтовка? О, он сюда. А, бестолку, слушай. О, нифига себе, у них тут теплица есть. Дай-ка я загляну, может, семена какие-нибудь найду. Почтовые ящики. Стекло попробую разбить сейчас пулей. Не, нифига. А, да, это грядки, но семян здесь никаких нет. Собрать никакой культуры нельзя. Е-е-е, я дошел. Я дошел. Да блин, попади ты в голову ей. Фух, отстрелялся. Хочешь сходить в тир? Просто попади в зомби-апокалипсисный мир. Эта штука там до сих пор не угомонится. Когда у него уж запал закончится? Ты посмотри, какая тачка! Вот это да! Да она еще и целехонькая! А багажник у нее насколько? У нее багажник. И багажник такой здоровый, как у всех. Вау! Вот это да! Сейчас я здесь все пошарю. И мы свинчиваем отсюда на этой тачке. А тут, собственно, что-то как-то и ничего и нету. Ёлы-палы, вот это да. Погнали. Йо-хо, скоростной суперкар почти. О, бугай, 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 бугай. Здорово. Один выстрел, и тебе хана.
Нет, ни хрена. Это какой-то боевой! Блин, 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 бежим, 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 бежим. Тачку мою не трогай! Это что за Рэмбо? Все, он сдох. Офигеть, сколько раз я в него выстрелил. Давай золото. О, штурмовая винтовка НАТ. Катана! Ядрить, колотить. Let's go дальше. Врубаем свет. Мне надо до моей тачки еще доехать. О, военная техника. До моей тачки доехать, чтобы с нее все забрать. Благо, подсветка включена. Ладно, этих вонючек не буду мочить. Эту тачку тоже не хочется здесь оставлять. Слушай, что у меня тут? А у меня тут дофига всякого интересного. Надо это забрать. Ко мне пришли. Ко мне пришли. Настало время использовать катану. Да хватит там перезаряжать пекаль свой. Катану доставай. Вот такая вот катана. Ой, ко мне больше прибежало народу. Давайте. Против катаны. Вот так вот вам. Опа. Ну, неплохо, неплохо я их раскидал. Я думал, будет расчлененка, но нет. Окей, я все перекинул. Про тачку не забывай. Я сюда когда-нибудь в каких-нибудь лохматых годах вернусь. Погнали. Хочу попробовать заапгрейдить эту тачку. Давай посмотрим, что у нас. Нифига себе, ее апгрейдить тут можно. Капец, сколько всего. Броня. Смотрим. Есть такая, такая, вот такая. Покупаем. Бабла, конечно, у меня, наверное, не хватит на все. Брейкс. Ломать что-то там ломает. Что-то там дает. Не видно никакого визуального улучшения. Улучшение скорости. Конечно, можно было бы прикупить, но пока. Только для визуального эффекта. Тут добавляются трубы снизу. Вон, видно. Фронт-бампер. Какой-то мощный бампер можно купить. Вон он там, что-то меняется. Давай за 200 возьмем, посмотрим, как будет. Худ. Ого, красиво смотрится. Вот этот здоровый покупаем. Свет. Можно свет поменять. Жалко, конечно, тут вертеть, крутить нельзя тачкой, чтобы посмотреть, что там меняется. Это у нас задний бампер. Покупаем вот эту штуку. Спойлер можно поставить. Ну, давай такой. Это у нас подвеска, трансмиссию улучшить для рулежки, чтобы рулежка была лучше. Колеса побольше поставить. Прям с капец какие здоровые, смотри. Либо вездеходные. Ну, давай вот эти здоровые. А, денег, все, деньги кончились. Ну и, конечно, поменять диски. Все, на этом все, выходим. Ёлы-пал, ты посмотри у меня, какой тут трактор теперь. Мощь! Вот это да. И черепок еще сзади вон. Зверь, а не тачка. Ребята, вы заценили? Вы посмотрите на эту тачилу. Это же мощь. Уф. Единственное, только лабаш заклеен очень сильно металлом. И непонятно, как я там что вижу. Ну вот, собственно, и все. Пролог у нас пройден. Ожидаем выход полноценной игры. Уверен, она должна получиться прикольной. Так что, если тебе понравилось и ты хочешь увидеть эту игру, когда она выйдет, то не забудь поставить лайк под роликом, подписаться, если ты еще не подписан. И тогда мы увидимся в следующих роликах. Так что до встречи!